предместье Берлина. До 1945 года в этих казармах размещался полк СС Адольф Гитлер, а сейчас находится Федеральный германский архив. На его полках 60 лет хранились разрозненные части сверхсекретного документа о судьбе покоренного Советского Союза. Его официальное название – Генеральный план ОСТ, основы территориальной, экономической и правовой структуры Востока. Существовало всего полтора десятка экземпляров для высших чинов. Снимать копии было запрещено. Бонзы рангом пониже должны были под роспись знакомиться с планом в присутствии фельдкурьера. На пожелтевших страницах вроде бы ничего интересного. Графики, расчеты, экономические выкладки. Никакого геноцида. Ничего, кроме бизнеса. Эти немецкие солдаты не могли знать содержание секретного плана. Им просто нравилось фотографироваться на фоне самодельного плаката. «Чтобы мы жили, русские должны умереть». Марта 2020 года в кинозале молодежного центра «Максимум» для школьников и студентов городских вузов и колледжей прошел показ документального фильма «Тень над Россией. План ОСТ». Фильм, созданный в 2011 году на телеканале «Культура» сценаристом Сергеем Барабановым и режиссером Мартиросом Фанасяном, буквально с первых кадров захватил внимание собравшихся. Холодная и безжалостная хроника ломала представление ребят о той далекой войне и судьбе, которую готовили нацисты нашим предкам. Педантичность, строгая отчетность, порядок и дисциплина, с которой фашистские нелюди готовились уничтожать целые народы, ошеломила юного зрителя. Ибо главная мысль авторов фильма на основе архивных документов гитлеровской Германии показать, что нас хотели не победить, нас хотели просто уничтожить, уничтожить навсегда. После просмотра телефильма участники мероприятия получили возможность встретиться с живым участником тех далеких и страшных лет. Владимир Георгиевич Дрёмин 6-летним мальчиком испытал на себе все ужасы нацистской фабрики смерти. Концлагерь находился всего в 200 километрах от Москвы, в Калужской области. Были страшные морозы, страшные снегопады. И вот нас, стариков, детей, инвалидов и матерей, гнали по этому снегу, по колено в снегу. И вот кто... Старики, женщины не смогли с детьми пройти это расстояние, немцы тут же расстреливали и детей, и родителей. Скотину они, когда прибыли, они вырезали, съели, там разобрали там на мясо, на все. А в эти двора, в конские, вот самые, где жили скот, согнали нас туда. Оградили все окошки, что были, вы если представляете, скотные дворы, там малые такие окошки для скотины были, их забили железной этой самой проволокой, на воротах тоже самое навесили колючую проволоку и нас всех туда, загнали туда, кормить нас практически не кормили, прожили там, пробыли мы там 5,5-6 месяцев. Но еще хочу сказать, как там жили. Туалетов нам не давали, там были старики, инвалиды. Некоторые просились в туалет, они не отпускали. Но там ребята, мужики смелые, начали с ними спорить. Открывали им двери эти немцы. Но когда они возвращались назад, там охрана была полная. Сходил он за угол, там, грубо говоря, оправился. Да? А когда возвращался, его уже назад не пускали, его там прям сразу расстреливали. Самым светлым и радостным событием в своей жизни Владимир Георгиевич считает тот день, когда появился лыжный десант Красной Армии и освободил. Расстреляли отца. Мне было, да, около 6 лет. И вот в 1942 году, в марте месяце, я сейчас, как помню, значит, вот лыжники в белых халатах, это самые на лыжах, окружили этот барак и уничтожили этих самых немцев и нас освободили.
Ну, когда освобождали, там, вы понимаете, было там и плач, и рев, и все только не было. После рассказа о себе Владимир Георгиевич с удовольствием ответил на многочисленные вопросы молодежи. Что вы хотите? А мы хотим свою школу. Человечных немцев не было. Вы же смотрели вот сейчас фильм. Гитлер, он настроил своих солдат уничтожать, уничтожать и еще раз уничтожать. И на этой земле уничтожить детей, все население. А на этой земле он хотел сам жить, вот где мы сейчас с вами живем. «Прийди и вишь», или по-современному «иди и смотри». Так звучат слова Иисуса Христа. Старшее поколение обращается к нам через слова Спасителя. «Идите за нами и смотрите, что видели мы. Идите и передайте дальше, чтобы не повторилось то, что произошло с нами». Потому что ужасы войны даются нам для покаяния и искупления наших грехов. Ведь каждый год, каждый день и час все меньше и меньше участников и свидетелей тех суровых дней, и тем ценнее и сокровеннее звучит их слово для поколения 21 века. После мероприятия педагоги, сопровождающие учащихся, выразили желание продолжить работу по изучению этой животрепещущей темы в своих учреждениях. Так как сегодня очень важно не только посеять доброе семя в юношеских душах, но и взрастить и укрепить в ней ростки памяти поколений. Нет, спасибо, я...